Ну что, с прибытием на бренную землю? Вот там озеро, и вот там озеро. А здесь нас перевернут сейчас. И это довольно далеко, туда еще дальше, вот это поближе будет. Но там, видите, такая гора огораживает, да? С одной стороны. Если мы не перевернемся, смотрите, вот на эту полянку присядем сейчас. Если мы не перевернемся, это будет очень здорово. Ну, давай, 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 давай. Оп! Оп, отлично. Вот он и пистолет-то наш. Так, создать маркер. Окей. Это мы забираем. Смотрите, мы подпиливаем ногу. Потом ставим кокпит вот этот. И после мы сможем атмосферные ускорители переделать, да? Вот такой план. Присядем. Так, ее надо подремонтировать даже, да? Что нам, моторчик нужен? Моторчики, пластинка, она может отвалилась где-то. Я думаю, что она где-то отвалилась, но это не проблема. И добудем немножко камушка. У нас каменечек, камень. Отлично. Закопаемся, будет грустно. Забираем все, что накопали. Берем пистолетик. И потом моторчик нам. Никелевый слиток нужен. Мотор и пластину. Вот что нам нужно. Ага. Мы открыли новые блоки. Мы открыли, я так понимаю, кокпит. Готово. Я не могу слов подобрать. Вот так поставим. Давай заваривай. Спиливаем вот эту штуковину отсюда. Вот так вот. На крышу бы поставить, но я, видите, я прыгать-то не умею. Так. Как-то вот так, если запрыгнуть. Заглянуть, что у нас там. О, мы можем его поставить вот таким образом. Сейчас мы его здесь надпилим, да? Ну вот я вот так его воткну. Сейчас мы его заварим. Отлично. Еще вот этот передний тоже будем сносить, наверное. Вот так. Никто никого не должен уничтожить. Фух. Мы же можем гироскоп поставить, да? Вот куда-нибудь вот здесь, например. Вот так, например. О, я могу его даже собрать. Ой, зачем я... Спокойно, без паники. Нам большая стальная труба нужна. А знаете, что такое большая стальная труба? Это вот эта штуковина. Мне надо шлем открыть, может быть. Ой, кислород пошел. Камень держи, друг. Лед. У нас тут лед появился, завелся. Его нужно куда-то убрать. Вот сюда, наверное. О, как хорошо.
Ну вот, даже еще одна пластинка осталась. Ну что, теперь-то мы полетим? Нет. Отпустите. Отпустите. Да ё-моё. Ох. 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 Какое горе. Знаете, что я думаю? Это очень печально. Попробуем разместиться здесь, а потом полетим туда. План, конечно, капкан, тот еще, но я просто не вижу другого выхода. С какой стороны у тебя входное отверстие? Мы должны были взлететь. Кислородный бак. Ну, теоретически все еще мы можем попробовать подергать наш гироскоп. Я бы даже, может быть, имело смысл перестроить полностью. Кислородик, подайте хоть. Ох, так полегче. Я думаю, что мы построим новый корабль. Да. Цепляем вот так, цепляем блоки. Мы же можем это всегда присверлить на место, чтобы нам открыть батарею. Нам нужно построить базовый сборщик. Что тебе нужно для счастья? 24 балки. Мы можем прилететь туда, либо немножко подразвить здесь, сделать более-менее, нагрузить небольшое производство, прям ну, децельное такое, чтобы нам сделать первый вертолет такой, на который можно собрать все, что нам нужно. Мы разберем с собой вот эту штуку, разберем с собой вот эту штуку, все сложим внутрь
и с этим добром, со всем этим скарбом полетим на покорять новые земли. Вот я думаю, что это оптимальный вариант. 24 балки. Нам нужно дать еще одну балку. Пошли. Припилим ее, прибьем, прикрутим. Два компьютера, 30 внутренних пластин. Два компьютера. Раз, два. И раз, два, три. Вроде бы и железо у нас накопилось, да, немножко. Тут и лед есть, ребята. Тут же все есть для жизни. Куда? Зачем нам это озеро? Смотрим, что нам еще не хватает для счастья. О, у нас запустилось электричество. Так, окей, 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 окей. О, ассемблер. Сколько нам нужно энергоячеек на эту батарею? 20. 20 штук. Вот потихонечку клепает сейчас нам. Ну все, энергоячейки, сейчас батарейку сделаем. Стальная пластина, экраны, компьютер. Ну не так много на самом деле. Ну, что у нас остановилось? Что тебе нужно? Железный слиток, у тебя кончилось железо. А у тебя есть железо? А почему ты не делаешь железо? Сделай, пожалуйста, железо. Вы открыли новые блоки. А, вот у нас еще проблема, что нам же надо зарядить как-то его. Все, она уже работает, да? Но теоретически, если мы смогли уже построить батарею, то мы уже можем построить любой кораблик, который нам нужен, чтобы добраться. Куда нам нужно? Железо жрет аж в путь. Давай, давай, давай. Компоненты решетки тоже может быть проблемой потом. Так, два у нас есть, я его тоже хочу выключить. А он выключен уже, отлично. Так, я смогу сделать. Опа, 7. Отлично. Ну, опять же, насколько эта конструкция будет работать, строительных 20, 3 мотора. Отлично. Так, мы можем лететь вверх, можем лететь вперед. Small Cargo, вот 125 литров всего лишь. Это ни о чем, ребята, это ж... Это даже не смешно. Средний контейнер. Если мы с ним взлетим. В принципе, да. Недорогой. Его можем поставить. Давайте строить контейнер. Мы зато в него сложим все, что нам нужно. Мы разберем все. Сложим. Очиститель сложим. Единственное, что здесь вот это блок жизнеобеспечения. О, мы уже можем в него наскладывать всего. Смотрите. 3000. Значит, он все-таки не такой тяжелый. Проблема в том, что в таком случае мы привязаны к этой штуке очень сильно. Если мы сможем хотя бы где-то серебра набрать, то это было бы да. Вот он, комплект для выживания. Смотрите, какой он простой на самом деле. То есть мы его можем построить, если мы сможем разобрать тот, и мы построим водородный бак, да, переработчик. Да, в принципе, можно, да, попробовать. А прилететь мы должны туда.
С очистителем нам нужен очиститель. Без очистителя лететь не стоит. У него одна дырка, что ли? Ну как так? Давайте его здесь поставим. И рампу. Будет у нас здесь база. Отлично. Главное, чтобы у нас этот тарантайк взлетел. Потому что иначе будет очень грустно, если она не взлетит. Ну блин, ну два двигателя. Можно вот этот перевернуть, поставить его наоборот, как тормозной. И два маршевых поставить здесь. Ох, ребята, вы видите, что я вижу? Серебро. У нас тут серебро есть. И у нас будет переработчик. Это значит, что мы сделаем медицинские штуки. И не разбирая вот той, сделаем три медицинских компонента. И полетим уже полностью готовые делать базу. Что-то медленно очень. Давай порезче, 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 порезче. Нам еще вон серебро вытаскивать из горы. Я еще хотел посмотреть. Длинный тоннель будет, но это серебро же. Ну, уже 10 метров прошли. Инструмент. Набор, как минимум бур. А, не, набор даже не нужен, кобальт. Улучшенный бур. Ой, ё-моё. 9. Вот оно. Вот оно серебришко. Все, мы докопались до серебра. Пусть оно. Нора. Ой, блин. Куда? Куда полетел? Ух, вообще как жутко. Ты стоит, блин. Ты что-нибудь делаешь? Почему ты ничего не делаешь? Так, нам нужно 10 моторов, 10 компьютеров. 12 стальных пластин. Не очень мне хотелось, конечно, с волками тут общаться, но убийство волков поднимает репутацию с пиратами. А это очень профитно потом, чтобы до нас не докапывались пираты в космосе уже, потому что волков-то там не будет уже, вот пираты там все еще будут. Только не говорите, что мы уже достроили переработчик этот. Это говорит о чем? Это говорит о том, что мы сейчас идем за серебром. Вот такая вот у нас шахта. Сейчас ее нету. Только не говорите, что базовое серебро не перерабатывает. А, да нет же. S20A, S10. Вот это, наверное, покруче, да? То есть мы поставим два маршевых. Два маршевых здесь. Но без батареи мы ничего не сделаем. Батарея очень нужна. Или нам второй ветряк воткнуть?
Нам нужно ставить. Мы по-любому тут застряли. Просто застряли и все. Мы отсюда быстро не выбежим. То есть придется здесь потусовать. Столько планет вокруг. Раз, два, три. В любом случае, я буду за кадром тоже что-то делать. И снимать, наверное, серию буду, как только будет всходить солнце. Что-то я, может быть, отрежу, обрежу, прокручу побыстрее, да, чтобы это все происходило. Ну, это начало большого пути, вот так вот это выглядит. Возможно, можно было с этой капсулой, с более прямыми руками что-то сделать. Не знаю, возможно. Но пока я ничего не придумал. Может быть, имеет смысл действительно подлатать ее немножко, попробовать с ней что-то сделать. Я уже теряюсь в догадках на самом деле, потому что здесь действительно все есть. Единственное, чего здесь нет, это нормального карго. То есть без карго сложно. Но здесь есть серебро, здесь нет железа, здесь есть волки, здесь все прелести жизни в горах. Вода здесь точно есть, с голоду мы не умрем. Поэтому буду ждать вас на следующей серии. Всем счастливо. Увидимся.